Глупый парень на тюрьме стал авторитетом. Пил чефир и блатовал вместе с другом дедом. Но по воле заскучал он и решился на побег. Стальные прутья отпилил. Я свободный человек! Стоять! Всем постам у нас беглец! Сейчас придет ему конец. Не догоните меня, ой, как больно, мамочка! Ты для общества изгой, отправляйся в мир иной. За твои все косяки заряд тока получи!